Всем привет, ребят. Ну чё, продолжаем знакомиться с гильдией, которую я создал, мясокомбинат. Многие не могут подать заявку, потому что там английские буквы. Ссылочку я прикрепил под видосом, как правильно пишется гильдия. Я на видео говорил, что там английские буквы в большей части. Итак, у меня есть пару, скажем так, нюансов. Я буду принимать без донатов, я сказал. У меня есть один вопрос. Что здесь делает вот этот вот аккаунт? Сейчас вам я его покажу. Я аж ужаснулся. Это ужасно, ребят. Для чего здесь есть мой основной аккаунт на русском сервере? Во-первых, для того, чтобы те, кто состоят в гильдии, не тратили кредиты. Я считаю, это нормально. У меня есть аккаунт, который может затарить всю гильдию, скажем так, чтобы без доната не тратили ресурсы на прокачку там зданий и прочего. Дальше. У меня стоит дилемма, оставлять его или не оставлять, потому что будет атака фортов, на которую есть заявка. Не знаю, мы туда попадем, не попадем. Но что хотелось бы... В любом случае, бездонатные аккаунты они не будут поначалу тащить. Для этого надо хоть какое-то развитие. Поэтому я не знаю, пишите в комментах, что вы думаете. Либо мы его используем, либо мы его не используем. Даже то же самое вводить там... Народ на локации тоже надо какие-то аккаунты более прокачанные. Опять же, я думаю, использовать его здесь смысла нет, но вот чисто ради АФ и возможно его либо заводить до АФ, либо нет. На битву гиды я даже не знаю, есть ли смысл. В общем, пишите в комментах, как решите, так и будем делать. Это еще плюс одно место, скажем так, лишнее. Заявочки, как видите, народ кидает. Я рад, очень много написали. Я поскидывал правильное название гильдии, как оно пишется, поэтому ничего сложного нет. По поводу локаций, которые будут... Битва гильдии обязательно для всех. Атака фортов то же самое, раз в две недели хотя бы явиться. Вот опять же, на атаку фортов многие не приходят. И как быть остальным, кто играет без доната, как бы по сути вы их подставляете. Поэтому тут тоже вопрос. Будет создана отдельная телега закрытая, где будут все с гильдии. То есть я им буду там рассказывать, помогать по возможности, что кому упало, как пройти. В общем, вот так вот. Но это все в дальнейшем, в планах. Поэтому времени, как вы знаете, у меня немного. Поэтому поехали. Первый принят. Так. Так. Сейчас мы тут начудим. И пойдем говорить уже о гильдии. Что это такое? Для чего? Так, раз. Все, отличненько. Гильдия. Есть прокачка зданий. Вот, видите, немножко мы уже подкачались. Есть прокачки зданий. Есть прокачки разных локаций, скажем так. Где без донат, я уже показывал, может получить определенные плюшки для прохождения. Для этого надо... больше, скажем так, играть, быть больше в онлайне. Гильдия — это основной заработок кулачков, то есть для прокачки там талантов, для рун разных. Также можно получить ордена с боссов. Поехали, сейчас это все рассмотрим, я вам расскажу, покажу. Вот это вот замок гильдии. Есть здесь здание, вот хаб гильдии, бюро магии, где вы можете использовать гильдийскую магию, баннер, события и сокровищница. В общем, давайте по очереди изучайте, создавайте гербы гильдии, используйте их для преимуществ в бою.
А это очень полезная вещь для прохождения подземок, даже тех же самых рейдов тоже очень помогает фармить золото. Так, дальше. Потом я это все буду улучшать уже. Хаб гильдия. Смотрим. Сердце замка гильдии открывает доступ к управлению гильдией. То есть к этим вот остальным всем. Тоже оно качается. Вот как видите, за все качается за гильдийские вот эти вот кредиты. Это зеленые кристаллы. Дальше. Баннер гильдии. То есть символ замка. К событиям гильдии, то есть быстрый доступ, ну оно все вместе. И здесь у нас сокровищница награды, которые зарабатывает гильдия, получают все участники, то есть сундуки гильдийские, они тоже дают определенные плюшки. А вот здесь, как видите, вот это бюро магии, можно каждую отдельно магию прокачать на богатство, добыча ресурсов, на защиту и на защиту от урона, защиту юнитов. Дальше. Это вот вы два можете выбрать. То есть, в принципе, вот как-то так. Так, окей. Теперь мы, в принципе, есть в рейтинге, поднялись. Думаю. Так, гильдия. Теперь у нас 47 миллионов. Интересно, на каком месте? Думаю, далековато, но. Так, это 11 миллионов. 50 вряд ли. Давайте так, 60. Нет, даже в топ-100, наверное, нет у нас. Ну, где-то 200, где-то туда. Где-то здесь мы должны появиться. В общем, так вот. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, расскажу вам про гильдию. Что нужно? Есть боссы. Можно выбрать первый, второй. В соответствии, видите, на этого босса надо 8 уровень. Вы можете получить определенные плюшки, награды. То есть тут значки почета с этого босса, с этого ордена. Можно выбирать время, вот выбираются даже боссы разные, есть там в зависимости уже от гильдии, какие у кого прокачки, то есть вот так вот, это дополнительный бонус, скажем так, от гильдии. Битва за факел, ну, тоже интересная локация, надо украсть, охранять и получить можно кхешки и значки почета за факела. Соответственно, это потом все в сумме вам выдаст еженедельную еще награду дополнительную. Так, ну видите, факела. Дальше. Битва гильдии. Основная локация, где сражаются 5 гильдий. Кто больше набьет очей, тот и победил. Вот так вот. Ну, сейчас все привязано к силе, поэтому, скажем так, печальненько в этом плане. Все, нету того трешечка, что раньше, и все проходится. Атака фортов. Атака фортов. Можно выбрать время, на которое участвуете. Воюют 4 гильдии друг против друга в онлайне 1 час раз в 2 недели. Вот так вот. То есть вот вам гильдейские, скажем так, задания, которые можно выполнять, там они фактически каждый день есть. Ежедневно те же самые боссы, битва гильдии 2 раза в неделю, атака фортов раз в 2 недели. То есть это и, по-моему, факела перед битвой гильдии, я уже, честно говоря, даже забыл за них. Вот так вот. То есть это локация в зависимости уже от прокачки вашей гильдии, вы можете нанимать определенное количество людей. У меня вот 30 максимум можно принять, да. Прокачаю дальше, будет больше. Вот так вот. Участники, можно присваивать звания. Ну, в общем, все как обычно. Как обычно, трэш. Так, окей, давайте немножко подкачаем нашу гильдию. Можно, видите, быстрым доступом. Кнопка добавляется, очень удобно. Так, улучшить.
Вот, пятый уровень. Инфо. Давайте выйдем, посмотрим. Вот уже 50 человек я могу принять. То есть так вот с каждым уровнем оно прокачивается дальше, дальше, дальше. А, возможно, когда-то у нас разблокирует еще больше. Хотелось бы, чтобы гильдии были больше, там, потому что очень много желающих играть. А, по поводу битвы гильдии, я уже сказал, у меня будет обязательное прохождение, так как без донаты играет. То есть битва гильдии проходится абсолютно всеми. Пропуск багажки, это там хотя бы 5-10 минут выделить сразу же. Это правило без исключений для всех. Вот, поэтому вот так вот, такая вот, скажем так, это основное, потому что битва замкова, как бы это игра о битве там гильдии, битве аккаунтов, поэтому эта локация как бы есть одной из основных, потому что, ну, без нее, скажем так, эта игра бы потеряла, скажем, интерес, потому что нету гильдии, нету какой-то команды, которая играет ради одного результата, соответственно, нету интереса. Если бы каждый сам по себе бегал, ну, это немножко не то. В принципе, это у всех играх основано сейчас на каких-то объединениях. Вот так вот. Поэтому кидайте заявочки, пишите комменты. Да, мест немного, буду со временем освобождаться какие-то, будем смотреть, что и как. Пишите по поводу того, что вы думаете по поводу основного аккаунта, стоит ли его оставлять для помощи тех, кто будет в моей гильдии, особенно на атаке фортов. Ну и, конечно же, можно там поводить по других локациях. В общем, вот так вот. Пишите комменты и ждите следующего видосика. Уже будем прокачивать гильдию, рассматривать, что, как, почему. Все, всем удачи, всем пока. Ну и не забывайте, конкурс на Огника идет. Предыдущее видео, поэтому у вас есть все шансы получить бесплатно Огника. Все, всем удачи, всем пока.